Plastnavest.ru. Сегодня мы приехали на выставку Crocus Expo Most Build 2024. В плане обзор наших существующих поставщиков. Это краска, это поликарбонат, это окна, оконные системы, сдвижки и так далее. В общем, то, с чем мы уже работаем. И, возможно, рассмотрим каких-то новых поставщиков, какие-то новые решения интересные. В общем, подписывайтесь на наш канал. Палец вверх. Напомню, мы занимаемся изготовлением и монтажом навесов с прозрачной кровлей. Монолитный поликарбонат используем в качестве кровли. Занимаемся изготовлением и монтажом металлоконструкций навесов. Также строим террасы, как из металла, так и из клееного бруса. И кровлю на самом деле мы можем использовать любого другого типа. Просто в большинстве случаев мы используем поликарбонат. Поскольку мы являемся дилерами завода-производителя монолитного и сотового поликарбоната, этот материал можно купить у нас. Переходите на наш сайт plastnavest.ru, там указаны контакты. Для связи можете использовать WhatsApp, электронную почту или просто звонить. plastnavest.ru. Продолжаем обзор. Так, это очередной наш поставщик сдвижных систем. Сейчас мы попросим продемонстрировать, если будет время, как они работают. Вот такие вот гармошкой можно заказать, чтобы сдвигались. Высота, как видите, 3 метра практически. Или вот такие слайды. Очень, очень круто смотрится. Решает очень много задач по террасам. Здравствуйте, вот это наш поставщик. Поставщик сдвижных окон, сдвижных систем, как правильно они называются? Это раздвижная система Alumil S650. Особенность данной системы в том, что она со скрытой рамой, скрытой створкой, то есть у нас рама и створка прячутся в проем. В закрытом состоянии мы видим только ручку и видим только стык створок шириной 25 мм. Полностью вверх-вниз уходит в проем. Максимальная ширина какая получается закрыть без столбов, без опор? Допустим, 2 или 3 столбов? Если позволяет проем, то можно какой угодно ширины. В принципе, мы можем стыковать раму. Система может быть двух, либо трехполозной, либо даже есть модификация рамы, где можно бесконечное количество направляющих сделать, она собирается из блоков. Но ограничение по размерам у нас исходит из веса. То есть 600 килограмм одна створка может весить. Исходя из этого, считаю, высота у нас определяется ветровой нагрузкой до 4 метров, может быть. Да. Есть возможность сделать теплое остекление, правильно? Да, да. И здесь есть возможность установить привод электрический. Здесь, эта система фиксируется в крайнем положении. Поднимаем флажок и можем сдвигать. Относительно веса она двигается достаточно легко. Ручка может быть с замком, либо без. Может закрываться на ключ, но только изнутри. Для организации стыка монолитного поликарбоната мы делаем такой пирог. Снизу резина, алюминий с уплотнителем. И шайбы резиновые. Сейчас мы подойдем к стенду, где поставщик уплотнителей подробно расскажет, ответит на часто задаваемый вопрос, как долго служит уплотнитель в нашем климате. Вот уплотнитель для алюминиевого профиля. Из какого материала сделана вот эта резина? Резина сделана из ТПЕ, термопластичный эластомер, качественный из первичного сырья. До 50 условных лет службы в средней полосе уплотнитель выдерживает. А как он к ультрафиолету? Полностью стойкий. Повторюсь, 50 лет. Солнце ему почему не делает. Мы используем как раз вот такой вот уплотнитель в наших монтажах.
Вот, вот это мы подкладываем под алюминиевый профиль на стропила. И в алюминиевый профиль вот вставляем, здесь они цветные, у нас они серого цвета резинки. Похожие резинки мы вставляем в алюминиевый профиль. Вот, и Евгений ответил на часто задаваемый вопрос на тему, как долго служат резина и уплотнители в наших профилях. Вот, кстати, алюминиевые перголы. Не уверен, что зимой они справятся со снеговыми нагрузками и в целом с климатом. Но, как вариант, устанавливать такую перголу под навесом, который мы изготовим. И, конечно, поликарбонат. Поликарбонат, полимеры. Ну, из всего этого мы используем только поликарбонат листовой, о котором у нас масса роликов. Масса обзоров, масса роликов. Подписывайтесь на наш канал и заказывайте у нас монолитный и сотовый поликарбонат. Вот, кстати, один из вариантов затенения. Уличная пергола работает до минус 20. Соответственно, можете защищает от солнца, защищает от дождя. Есть своя дренажная система, вода стекает в короб, дополнительный короб. А из короба есть отверстие и под столбом, соответственно, уже уходит в почву. Снеговые нагрузки, как я понимаю, она не очень держит в нашем регионе, поэтому ее можно адаптировать к нашим конструкциям, к нашим террасам. Вы можете посмотреть на нашем канале и, в общем-то, прятаться от солнца при помощи вот таких вот маркиз сдвижных. А ролеты? Соответственно, пожалуйста. Защита от солнца, защита осторожно. Защита от солнца, защита от ветра. Если необходимо, можно поставить сюда мягкие окна. Соответственно, прозрачная была, да? Прозрачная была, и, соответственно, была защита просто от ветра. Таким образом, закрыть любую беседку, веранды какие-то. То есть прозрачные окна и вот такие вот механизмы. Ну вот как один из вариантов решения, чтобы закрыть террасу. Вот такой механизм. Пока что мы только с этим знакомимся. Если интересно, кому-нибудь можем разработать с мягкими окнами. То есть ролета опускается, прозрачное окно. И вот так она сворачивается. Убирается полностью. То есть в целом можно адаптировать под наши проекты plastnavest.ru. Вот еще раз. Ну, это уменьшенный вариант, выставочный, так скажем, вариант. Ширина проема может быть до 3 метров. В исключительных случаях можно увеличивать, но нежелательно. Гарантийный размер это шириной 3 метра делаются. То есть, опять-таки, за место вот такой москитной сетки мы устанавливаем, заказываем мягкие окна, устанавливаем между опорами террасы и закрываем террасу от осадков, от атмосферных воздействий. Это дешевле, чем остекление. Конечно, теплое не получится здесь сделать помещение, но спрятаться от ветра и от косого дождя вполне себе. Возможно, даже от наметания снега. Так, ну, как вариант краски. Это, как заявляет производитель, топ для среднего сегмента. Есть кроющая краска, мы с ней еще не работали. Мы работаем с красками Осмо в основном. С этой краской еще не работали. Турецкий производитель, дешевле, чем Осмо. Как заявляет производитель, до 10 лет
эксплуатация в турецком климате. У нас климат отличается. Вот как один из вариантов покрытия. Если, предположим, мы посчитали смету в топовой краске, но не помещаемся, мы, наверное, сможем перейти на средний сегмент и попробовать вот такую краску. В нашем климате служит краска-то? Пока бренд второй год на рынке, поэтому здесь еще в нашем климате не тестировался, в турецком климате где-то около первого обновления от 5 до 10 лет, в зависимости от того, какой цвет. А на рынке Англии и Швейцарии и Голландии тоже где-то те же самые 7-10 лет. Угу. Потом надо обновлять. Да. Познакомились с еще одним производителем сдвижных систем. Производство Беларусь, склад в Одинцово. Данная система имеет больше ограничений по размерам, чем Алюмил. Ну и по цене она, соответственно, ниже. Но сможет закрыть большую часть запросов, которые к нам приходят по остеклению террас, которые мы строим. Сейчас технолог этого производителя скажет несколько слов о данной системе. Так, вот еще вариант решения остекления. Четырехполосная получается, да? Есть пять. Есть пять полос. А максимальная ширина от столба до столба сколько возможно? 5 метров. 5 метров. 5-6 метров. Угу. А высота? Адекватная высота? 3,25 максимально. 3,25. Так. Профиль алюминий? Стеклопакет однокамерный, 20 мм, два стекла четверки, стекла все закаленные. Угу. Покраска брал в любой по раскладке. Сейчас. То есть можно заказать более бюджетный вариант. Стекло будет закаленное. А какая толщина? Миллиметров. Десятка, да? Да, здесь стоит стеклопакет. 20 миллиметров, можно как альтернативу стекло 10. Сроки поставки, допустим, вот такого вот, как правило, сколько вы делаете на производстве? Все зависит от сезонности, но сейчас, например, в высокий сезон срок изготовления где-то 4-5 недель. Мы вот в Одинцово тоже, кстати, да, находимся, склад у вас в Одинцово. Да, Можайское шоссе 8Г склад, вот. А если надо куда-то в регионы, то без проблем транспортными компаниями, деловыми линиями в любую точку России, там, ну, уже в связи с их тарифами, то есть доставками. Пластнавес.ру. Закончили обзор наших поставщиков на Мосбилд. Год 2024. Строим навесы, террасы с прозрачной кровлей из металла и клееного бруса. Крыша монолитный поликарбонат. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, смотрите наше портфолио, заказывайте у нас материалы и услуги. Спасибо за просмотр!